Всем здорово, с вами Гор, вы на канале Просто Гор. У меня сегодня в гостях мой сосед, зовут его... Как зовут тебя, братуха? Здорово, с вами Данил. С нами еще Данила, мой кореш, мой коллега и партнер по спорту. Сегодня мы с Данилой будем прокачивать задницу, ляжкой, грудак, бицуху, трицепс, ну и спину. С помощью... Я еще забыл, будем прокачивать пресс. Для пресса у нас специальный тренажер, я его сделал своими руками. Для бицухи у нас гантели, для меня специально, для Данилы. Спину, грудак еще будем прокачивать дополнительно отжиманиями от пола. Задницу, ляжки я буду прокачивать приседью. Приседы буду делать с собственным весом и дополнительным весом. А дополнительный вес будет Данила. Весит он килограмм 15-18. Ну что, начнем, Данил? Для начала немного прокачаем бицуху, так, для разминки. Хватай гантели и повторяй за дядей Гором. Это разминка небольшая. Четко его, да, Данил? Красавчик. Хватит. Это была небольшая разминка, сейчас... Отожмемся, давай. Отжимание, чтобы тело прокачать немножко. Принимай позу. Нет, ты тоже отжимайся, это потом. Значит. 6. Молодец, давай. 8. 9. 10. Теперь начнем серьезную прокачку. Сейчас я качаю бицуху, а ты считаешь. Потом поможешь. Тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, сорок. Давай дополнительник. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Спасибо. Сейчас я прокачаю пресс, потом будем отжиматься. Ты ко мне на плечи сидишь. Бицуху прокачали,
Пресс прокачали. Теперь будем прокачивать задницу и ляжки. В этом мне поможет мой друган Данила. Сейчас ко мне на плечи садись. А теперь будем прокачивать задницу. Данилка, повторюсь, весит килограмм 18-20. Опа! Непривычно. 3, 4, 5. Десяточку надо сделать. 6, 7, 8, 9, 10. Что, 15 сделаем, Даня? 11, 12, 13, 14, 15. Двадцатку? Давай двадцатку. 16, 17, 18, 19, 20. Давай, красавчик. Оп. От души. О. Все. Мышцы забились. Бедра и задницы. Теперь прокачаем грудак жимом от пола с помощью дополнительного веса. С помощью живого дополнительного веса. Сейчас я упор лежа приму, ты ко мне на спину залезешь. И вот так обнимешь меня за шею. Достаточно. И да, теперь прокачаем бицуху, гантели. Руки бери. Тебе тоже надо качаться. Теперь по кругу заново все. Раз. Два. Три. Красавчик. Четыре. Пять. Семь, давай сколько можешь. 8. На последний давай. 10. Давай еще. 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 Давай сколько можешь. Теперь еще разочек. Пресс. Потом ты ложишься пресс качать, я тебе помогу. Прокачали с Данилой всю группу мышц, практически всю. Остаются
пару элементов не задействованы в этом упражнении. Но все это вы увидите на следующем видосе. Ставим лайки вот этому мужику в его малом возрасте, глядя на меня, мой же сосед, глядя на меня, его тоже потянуло на спорт. Данила каждый день заходит ко мне, когда я занимаюсь, он мне дает поддержку, вместе со мной занимается. Ну и я сам по себе, у меня желание возникло, если у меня будет возможность, я буду всех детей прокачивать, так как 21 поколение испортилось, нужно возрождать новое поколение, нового века, продвинутое в спорте. Я не знаю, смогу один это сделать или нет, как говорится, один в поле не воин, но если будет желание, то, точнее не желание, по возможности я буду давать всем детям свою поддержку, свой опыт, свое знание. И просто хочу, чтобы ребята, молодые, взрослые, даже старики, больше увлекались спортом, чем бухлом, куревом, наркотиками. Да, Данил? Красавчик. Давай. Ставим лайки, пишем в комментах, нажимаем на колокольчик. С вами был Гор и мой братуха Данил. Всем удачи!